Верхневолжье замещению подлежит 71 депутатский мандат. Во вторник председатель региональной избирательной комиссии Валентина Дронова подвела итоги завершения выдвижения и регистрации кандидатов на основных и дополнительных выборах депутатов ЗАГС Собрания Тверской области, Тверской городской думы и представительных органов муниципальных образований Верхневолжья. Подробности в следующем материале выпуска. 8 сентября Тверская область вместе со всей страной ждет единый день голосования. Правда, затронет он только часть муниципалитетов. Всего в регионе пройдет 8 избирательных кампаний двух уровней. В рамках регионального уровня пройдут довыборы депутата законодательного собрания по Вологодскому одномандатному избирательному округу под номером 15. Второй уровень — в органы местного самоуправления. 4 кампании основные, когда избирается полностью весь депутатский корпус. Это уже вторые созывы: Андреапольский муниципальный округ, Весьегонский муниципальный округ, Вышневолодский муниципальный округ, Торжокский район. Дополнительные выборы в органы местного самоуправления. Это Тверская городская дума, округ номер 3 и округ номер 10. Кимрский муниципальный округ, где избирается депутат по 8-му избирательному округу. Это Осташковский городской округ, где пройдут дополнительные выборы по 5-му избирательному округу. Валентина Дронова напомнила, что особенность единого дня голосования в 2024-м в том, что голосование проводится не на всей территории региона, а на территории отдельных муниципалитетов. На 71 мандат был выдвинут 201 кандидат, 175 из них зарегистрировано. Право проголосовать имеют 160 тысяч жителей вышеупомянутых муниципалитетов, а организацией и проведением выборов займутся 205 участковых избиркомов. На выборах будут применены все современные избирательные стандарты, которые были реализованы в избирательную кампанию президента России. 100% изготовление протоколов участковых избирательных комиссий с QR-кодом. Также использование комплекса обработки избирательных бюллетеней КАИБов 2017. Видеофиксация на всех 250 избирательных участках и в 12 территориальных избирательных комиссиях. На дополнительных выборах депутата ЗАГС Собрания будет применяться мобильный избиратель и дополнительная форма голосования в удаленных населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми затруднено. На муниципальных выборах избиратели смогут проголосовать досрочно с 28 августа по 3 сентября в помещениях ТИК, с 4 по 7 сентября УИК. Что касается сроков волеизъявления граждан, то за депутата ЗАГС Собрания от Вологодского избирательного округа будут голосовать 2 дня, с 7 и 8 сентября. В остальных случаях голосование продлится один день.